двухкомнатная квартира, 120 квадратных метров, на третьем этаже, всего в 400 метрах до набережной, в комплексе с собственным открытым бассейном, в одном из центральных, деловых и самых престижных районов Алании – Оба, где есть развлекательный центр, больница, аптеки, лучшие рестораны, строительный магазин, наш самый популярный торговый комплекс. Идеальная квартира для того, чтобы здесь постоянно жить, отдыхать и просто приглашать гостей. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Rest Property, марки номер один в Турции. На нашем канале вы можете всегда узнать свежие новости о покупке недвижимости в Турции, посмотреть квартиры как в строящихся, так и в готовых домах. И с вами я, эксперт по недвижимости Анастасия Гончарова. Ну что, начнем? Сегодня я хочу показать вам двухкомнатную квартиру общей площадью 120 квадратных метров. Как по мне, эта квартира идеально подойдет под сдачу в аренду и, безусловно, для постоянного места проживания. Давайте я вам все подробнее расскажу. Мы сейчас с вами находимся в кухне-гостиной, и что мне лично нравится, как хозяйке, что зона кухни отделена от зоны, да, где можно принимать гостей. И, собственно, смотрите, есть стиральная машина, есть посудомоечная машина, и так как здесь большая гостиная, значит, вот точно будете часто встречать гостей, и посудомоечная машина вам однозначно пригодится. Потом, это тоже моя отдельная любовь, вы только посмотрите, можно же мыть посуду и наслаждаться солнцем. Это же тогда каждый захочет мыть посуду, согласитесь? Если что, у нас есть посудомоечная машина. Так, что еще? Огромное количество шкафов, да, можно здесь расставить всевозможные приправы. Ну, хозяйки, вы сами знаете, как это происходит. Пойдемте, я вам покажу спальные комнаты. Эту комнату можно оборудовать как детскую, либо, да, опять-таки, как зону принятия гостей. Что мне отдельно нравится, что здесь есть свой выход на балкон и также просторный шкаф. Я, если честно, уже там полазила, там даже есть постельное белье. Кстати, полотенца тоже уже для вас подготовили. Если захотите сдавать эту квартиру в аренду, вам не нужно будет ничего дополнительно покупать. Пойдемте, я вам покажу родительскую, да, либо, собственно, хозяйскую спальню. Здесь огромная кровать, также есть шкаф, и посмотрите на вот это вот место, которое вы можете, да, использовать, поставить туда, ну, рабочее пространство, либо какой-то будуар соорудить, да, например, там зеркало поставить, чтобы каждое утро краситься, да. Еще остается достаточно много пространства для того, чтобы поставить туда, ну, какой-то столик с зеркалом, да, либо организовать рабочее пространство. И смотрите, в квартире два санузла. Что лично мне нравится, если вы захотите, вы можете здесь организовать, да, возможно, стену, и тогда у вас будет собственная мастер-спальня со своим санузлом. Там, кстати, джакузи. В каждом санузле есть не только душевая комната, унитаз, но также раковина и, собственно, зеркало. И после того, как вы посидели с гостями, да, вы можете, собственно, их проводить. Есть огромное пространство для того, чтобы развесить все вещи, оставить обувь, обувницы и, естественно, прежде чем ушли, посмотреть, какая красота. Как
я вам уже сказала, как по мне, эта квартира идеально подойдет под сдачу в аренду, потому что у нее очень классная локация. 200 метров находится супермаркет Migros, где можно купить и свежее мясо, и фрукты, и овощи, и, собственно, даже квартиру украсить можно тоже купить там. А во-вторых, 400 метров до моря. Вы только себе представьте, 5 минут по прямой дороге, и вы уже на Средиземноморском побережье. А все, что вы купили, можно приготовить у себя дома. Здесь 4 конфорки, газовая плита, справится даже ребенок. Хотя, слушайте, когда вы снимаете квартиру в аренду, зачем готовить дома, если всего 500 метров, и вы в лучших ресторанах Алании? Пойдемте, я вам их покажу. Та самая улица, про которую я вам говорила. За моей спиной супермаркет Метро, а слева и справа от меня огромное количество ресторанов на любой вкус. Хотите поесть местную еду, хотите выпить кофе? Я могу сказать так, что в воскресенье, а это самый семейный день недели в Турции, здесь просто, ну, негде яблоко упасть. Поэтому, дорогие друзья, всего 500 метров мы дошли где-то за 7 минут с моим оператором, и это все будет доступно для вас. Ну и ни для кого не секрет, что Алания – это самый экологически чистый регион Турции. Здесь абсолютно нет промышленности. И с одной стороны здесь море, а с другой стороны горы, которых видно, но абсолютно с каждой точки, где бы вы ни были в Алании. Еще, кстати, за моей спиной вы можете увидеть один из новых медицинских центров – это больница, которая была недавно отреставрирована. И, собственно, когда у вас случится чудесное событие, например, да, захотите родить здесь ребенка, все это здесь можно сделать. Ну, либо пройти медицинское обслуживание. Одним словом, в районе Оба есть все, что необходимо для постоянного проживания. Вы всегда можете заказать ознакомительный тур, и вас встретят вот на таком вот комфортабельном трансфере. Для этого вам нужно всего лишь написать своему менеджеру, и мы все организуем. И вот, после того, как мы снова вернулись в квартиру, давайте расскажу вам, для кого вы ее сможете сдавать. Собственно, это, безусловно, семья. Как с детьми, так и просто, да, например, молодая пара. Почему бы и нет? Либо большая семья. Родители с родителями, с детьми. Потому что, согласитесь, место, где полежать, отдохнуть и проводить время, здесь достаточно много. Также вы можете сдавать здесь эту квартиру, например, друзьям в сезон. Потому что, напомню, 400 метров до моря. Вот, я его даже практически вижу из этого окна. Либо это может быть какая-то творческая личность, потому что здесь достаточно много света, да, делать фотографию, либо писать картины. Вы только посмотрите, сколько здесь, ну, действительно интересных декоративных элементов. Либо вы можете останавливаться в этой квартире самостоятельно. Я уверена, что когда вы сюда приедете первый раз, вы захотите здесь остаться на очень долго. Если же мы с вами говорим про постоянное место проживания, то, безусловно, будущим владельцам этой квартиры понравится, что всего в 700 метрах от этого дома
салон красоты, также строительный магазин, но нужно же эту квартиру обставить также и по своему вкусу. Всего в 650 метрах огромный супермаркет Метро, где можно закупиться на неделю продуктами, абсолютно свежим мясом и рыбой для всей семьи. Также здесь всего в 350 метрах мясной магазин, в 300 метрах зоомагазин, если вы решите переехать сюда с вашими любимыми питомцами. Одним словом, все в шаговой доступности. Это ли не радость? В завершение давайте еще раз проговорим, для каких целей подойдет покупка данной квартиры. Во-первых, это безусловно для сдачи в аренду. Во-вторых, для постоянного проживания. И в-третьих, шах и мат! Покупка квартиры в центральном районе Оба, всего в 400 метрах до Средиземного моря и прекрасного пляжа, это безусловно лучшая инвестиция. Номер объекта на нашем сайте restproperty.ru 159-08. Если вам понравилась данная квартира, обязательно пишите об этом в комментариях. Наши эксперты по недвижимости расскажут вам обо всех условиях покупки этой квартиры, а если вы захотите посмотреть что-нибудь еще, то обязательно сделают подборку для вас наилучших предложений. Ждем вас на нашем сайте restproperty.ru. Приезжайте в нашу солнечную Аланию за недвижимостью вашей мечты.